С начала пандемии 9 врачей краевой больницы умерли от коронавируса. Об этом в программе «Метро» на радио «Красноярск главный» рассказал главный врач краевой Егор Корчагин. По его словам, треть сотрудников больницы уже переболели ковидом, большинство в легкой форме, но, к несчастью, не все. 9 коллег мы потеряли. При этом это, конечно, для нас очень большие потери, потому что ушли одни из самых лучших специалистов, которые были экспертами. Не так давно мы попрощались с Федором Петровичем Капсаргиным. Некоторое время назад у нас ушел из жизни Илья Анатольевич Житков, который много лет работал врачом санитарной авиации и спасал жизни сотням людей.